Большие сборища людей были оборудованы общественными туалетами. Вот это вот общественный туалет, которому 2000 лет, фрагмент. Вот так это все выглядело. Это прадедушка наших унитазов. Здесь проходил дренажный такой небольшой туннельчик. Можно присесть попробовать. Кабинок не было. Вот так вот и сидели, да. Ну вот закрытый, понятное дело, был. Вход здесь еще какой-то был. Ну вот так и сидели, обменивались впечатлениями. И потом здесь рядышком был. И это самое главное было все бесплатно. По-видимому, туалет. Я опоздала. А девочки, что-то главное, бесплатно.